Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ни один специалист пока не может сказать, насколько подорожает бензин после 1 января, когда вырастут акцизы. Нагрузка увеличится на 50 копеек за литр. Если учитывать НДС, то, по мнению экспертов, топливо прибавит в цене 60 копеек. Плюс надо учитывать оптовую стоимость горючего. Добавлю, что накануне ФАС потребовала от нефтяных компаний недопущения подорожания бензина в декабре. Трасса 101. Toyota отзывает в России почти 10 тысяч пикапов Hilux, выпущенных в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. В сообщении Росстандарта говорится, что у автомобилей в случае аварии может неправильно сработать водительская подушка безопасности. Специалисты дилерских центров должны провести осмотр и при необходимости заменить газогенератор подушки. Все это бесплатно. Трасса 101. Половина пассажиров легковых автомобилей в нашей стране не пользуются ремнями безопасности. Это в ходе опроса выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В основном не пристегиваются пассажиры, разместившиеся на задних сиденьях. На переднем про ремешок не забывают более 70% респондентов. Трасса 101. Ford Mondeo и Ford Kuga, продающиеся в нашей стране, теперь оснащаются функцией дистанционного пуска двигателя. Для этого нужно нажать кнопки на брелке в определенной последовательности. Мотор будет работать 5, 10, 15 или более минут, в зависимости от заданного времени. Система не отреагирует, если у авто открыта дверь, капот или попросту сел аккумулятор. Радиус действия брелка вот только маловат, всего 100 метров. Назовите три марки автомобильных шин, первых, что придут в голову. С таким вопросом к автомобилистам обратилось агентство «Автостат». Затем был составлен рейтинг брендов в зависимости от частоты их упоминания. Первое место в нем заняли французы – «Мишлен». На втором месте оказалась финская компания «Nokian». На третьем – японская «Bridgestone». Наша «Кама» стала четвертой. Далее следуют «Йокохама», «Пирелли», «Кордиант», «Гудиер», «Континенталь». Последний – «Хэнкок». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.